Приветствую всех! Наконец-то нашлось время для финальной сборки квадрика. Значит, на него будет установлена NASA, телеметрия IOSD, приемник радиоуправления FUTABA 6208, видеопередатчик LoveMate 1.2 на 1000 мВт. Значит, такой бэк на 12 вольт для питания видеопередатчика и подвеса. Значит, и сам подвес DIS Smart 3 для GoPro. Я его немного модернизировал. Здесь, значит, установлен Bluetooth-модуль для управления с телефонов или планшетов. И декодер для подключения по USB-басу. Значит, также заранее сделал различные проводки. Так, этот у нас для телеметрии, на передатчик, на камеру. Так, ну это сам проводок для GoPro. Два проводка питания с мини-Т разъемами. Y-кабель для SBUS. Просто сервоудлинитель. Ну и разъем питания. Так, еще сделал вот такой вот уголочек из монтажной ленты, чтобы на него закрепить светодиод. Значит, не решил, решил не использовать штатную распайку на раме, потому что все равно остается риск, что можно отломить пайку при складывании лучей. И вот в закромах нашел у себя вот такую вот плату для распайки. И она вообще идеально вот подошла по отверстиям. Так вот это все будет выглядеть. И еще хорошо, сюда как раз можно установить NASA. Так, ну что, я думаю, можно приступать к сборке.
We'll be right back.